Самаре будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова. Ограничительная мера будет действовать в период с 20 июня до 20 июля. Изменения в распоряжении об ограничении движения внесли из-за того, что скорректировали сроки работ. Автобусы маршрута номер 50 проследуют в соответствии с измененной схемой. Подробнее можно ознакомиться в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». 4 июня в региональном центре «Мой бизнес» состоится проектная сессия с участием представителей креативных индустрий и органов власти «Креативный бизнес». Грантовая поддержка проектов. Ключевой темой станет развитие креативного сектора с использованием мер господдержки. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, которую опубликовал телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. В рамках года семьи стартует инициатива «Большие семейные выходные», которая объединит более 2000 мероприятий по всей России. Это уникальная возможность для семей провести время весело и интересно, укрепить свои связи и традиции. В каждом городе или районе будет задействовано одновременно не менее 5 площадок в день в рамках мероприятия. Стадионы, парки, скверы, городские музеи, библиотеки. Следить за расписанием «Больших семейных выходных» можно на сайте «Года семьи», информирует телеграм-канал Самарского района.